Панорамные качели. Я на них немножко покачалась. По центру там такой маяк. Ну, символический, естественно, маяк. Но можно выйти на берег залива. И вот отсюда открывается хороший обзор. Если я правильно все понимаю, то отсюда можно видеть вот маяк. Вот маяк. И три форта. Форт Кроншлот, который самый первый форт. Вот. Это если я не ошибаюсь. Форт Кроншлот. Это зелень, это уже другой берег залива. Форт Петр Первый. Сейчас. Он тоже довольно старый. Значит, если Кроншлот построен в 1704 году, Петр Первый в 1721-24 годах. Тут на берегу растет. Растет какие-то трава, какие-то заросли. Но, в принципе, там вода есть. Такое впечатление, что это вот совсем строение на берегу. Оно не на берегу, оно на острове. Вот этот вот. Слева виден несчастный Павел Первый. Разваленный его, точнее, этот форт. И справа хорошо виден самый новенький из них, форт Александр Первый. Это при Николае Первом построено 1738 по какой-то там 54, по-моему. Вот, вот тут видно уже, что он все-таки на острове. А, да, вот здесь можно посмотреть на эти форты, на все, что есть вокруг, вот такие бинокли. Вот отсюда видна, значит, вот форт, видна дамба, дамба, вон машины там ездят, дамба. Вот форт Петр Первый. Дальше виден форт Павел Первый. Дальше виден порт Бронко, вот где-то здесь, вот он, да. Ну, плохо, конечно, видно с таким увеличением. На противоположном берегу дальше должен быть город Ломоносов. Дальше форт Кроншлот.